Нихао, леди джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainob.ru. Сегодня у нас в обзоре, в продолжении темы вайпинга, одна из самых популярных трубок, которая называется iJust 2. С батареей на 2600 мАч, потому что есть версия iJust Mini с 1100 мАч примерно. Поставляется в такой запаянной коробке. Есть небольшой такой момент, что продавец так и не смог сформулировать. Он продает копии или оригиналы, и в итоге нам пришлось заказать сэмпл и убедиться, что действительно здесь все похоже на оригинал. Коробочка вот такая вот. Напишите в комментариях, кто разбирается, это все-таки копия или оригинал. Я уже ответ знаю, правду вам говорить не буду. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такая вот коробка. Здесь присутствует, конечно же, security check, серийный номер, наклеечка вот такая с QR-кодом и то, что внутри. Но мы сравним то, что здесь написано, потом с самой комплектацией. Все запаяно у нас в пластик. Сейчас я его сниму и посмотрим. Сделаем такой небольшой анбоксинг этого гаджета, этой трубки, этого комплекта, кита, набора для вайпинга. Качество пленочки мне нравится. Сразу ее не откроешь. Ага. Оп. Вот этот набор. И перед тем, как открыть, я еще его взвешу. Это новая у нас такая рубрика в видеообзоре, потому что вес очень важная составляющая цены. Если вы заказываете товары оптом из Китая, вес всегда влияет на доставку. 240 грамм вес одного набора. Так, откроем коробочку. Видно, что все надписи здесь таким серебряным светом, бассированы, что делает эту коробку дороже. И у копий есть некрасивые коробочки, здесь красивая. И на страже встречает сама батарейка, сам блок с батарейкой и атомайзер, куда заливается жидкость для вайпинга, чтобы можно было парить. Итак, ну вот к этому блоку перейдем. Он выполнен из алюминия, достаточно увесистый. Он отдельно весит 76 грамм, в принципе, это нормально. Внизу, на нижней части, есть такие гравировки, печать Elif, это компания Premium Quality iJust 2. То есть все здесь вот у нас написано. Здесь по периметру с одной стороны тоже iJust 2 написано, на другой Elif, компания, которая торговая марка, производит их. В верхней части есть выход для USB, точнее это вход, который служит для зарядки, и какие-то вот тут номера у нас идут. С другой стороны кнопочка, почему-то напоминает мне на значок Супермена, которая служит как раз, наверное, уже для того, чтобы нагревать жидкость в атомайзере. Ну, вернемся ко второй составляющей. Насколько я понимаю, это называется атомайзер. Исправьте меня в комментариях, если это не так. Он тоже металлический. И в собранном состоянии трубка выглядит вот таким вот образом. Одна из самых популярных из среднего сегмента. Это, конечно, не дешевка. За $3 такие в Китае тоже есть. Здесь, кстати, тоже надпись iJust. Но это вот, наверное, подороже будет. Посмотрим, что в комплектации есть. Так, здесь у нас лежит, это у нас User Manual на английском языке, как все использовать, как это работает. Здесь у нас User Manual для атомайзера отдельно, для вот этой вот набалдажника, куда заливается у нас жидкость для курения. Здесь резиновая вот такая вот свойственная этой фирме вставочка. Она одевается сюда, но смотрится, конечно, более стильно, классное сочетание салатового цвета. Плюс я вижу, что здесь у нас, наверное, должен попадать воздух при курении. И USB кабель для того, чтобы можно было подзарядить. В этом видео была одна из самых популярных трубок для парения, для вайпинга от компании Elif, которая называется iJust 2. Ее можно купить оптом из Китая. У нас есть поставщик, как вы видите, который поставляет именно вот такое вот качество. А я благодарю вас за просмотр видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте написать ваше мнение, это оригинал или копия. И удачи вам в бизнесе!